Так, ну что, создаем новую компанию для магазинчика. Выбираем здесь Россию, Российская Федерация. Здесь видим по продажам. Увеличивать объем продаж на сайте. Хотя можно, конечно же, было и потенциальные клиенты. Вот, то есть тут, ну, тут кому как нравится, на самом деле. Может, все-таки потенциальный клиент. Ладно, продажи. Потом поисковая сеть у нас только пока что. Телефонные звонки будем делать. А если мы сделаем, кстати, по потенциальным, появится, наверное, у нас... Нет, тоже телефонные звонки, поэтому не так важно. Так, поисковая сеть, телефонные звонки Россия. И телефон у нас здесь вот такой вот. Такой вот телефон в таком формате. Продолжить. Он только звонки нужны. Звонки и заказы, соответственно, на сайте. Так, продажи. Звонки. Сайт, продажи, продажи. Вот они, звонки. Так, таргетинг. Таргетинг нам нужна Москва пока. Московская область. А вот так делаем. Я буду включен. И Московская область тоже включен. Здрасте. Прекрасно, что вы мне пишете. Но я попросил не писать пока. Так, Московская область. Вот так вот. Вот так вот. Так. И люди, находящиеся русские аудитории, нам не нужны особо. Бюджет я хотел ставить 6 баксов, и это так все относительно. А здесь мы сделаем конверсию. Почему нельзя конверсии? Потому что нельзя конверсии. Не нужна конверсия. Максимум конверсии. Ну ладно, давай мы пока вот так вот сделаем. Не заклик. Далее уточнения нам особо не нужны. А, нет, уточнения нам нужны будут. Описание адреса, 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 адреса у нас, кстати, тоже есть. Контакты. Вот он, адрес. Адрес. Вот он, адрес. Ну, это адрес жилого дома. Там заявлена компания у нас. Так. Так. Искать адрес. Нет, ты не понял. Окей. Но он просто не привязывал его. Хотя надо было бы привязать. Энгельса. Челяба. Челяба. Почему челяба это? А, не житарин, потому что. Вот, 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 вот. Все. Отлично. Обувная косметика и аксессуары. Супер. Тут есть. Это очень удобная штука. То есть она территориально сразу же это нам поможет. Людям будет показываться. Так, уточнение. Уточнение я вот что-то не соображу. По-моему, уточнение можно по доставке сделать. Это... Mm-hmm.
Как он будет потом уточнение? Номер два у нас было. Что-то у меня еще было. А, скидки. Скидка от 3000. Так. А заказ у него от скидки. Сегодня неделя, пригласы почитаю. И заказ. И заказ вот такая вот тоненькая ниша. И вот так вот у него. В принципе, тут и работает. Кстати говоря, вот ВКонтакте ссылка вот в Инстаграме. Все есть. Так, прямую серия. Еще плюшки-то есть. Что я не понял, плюшки не надо. Кстати, это все понятно. Нам нужны плюшки. Это, например. Плата становится. Блин, оплата это грустно. Наличные. Во. Наличные. А, наличный счет. Окей. Это что такое? Мобильное устройство. Сами показываю. Есть компания, совершенно не зерна. Ну, на самом деле нет. Это не обязательно. Дальние часы. С 8 до 3. Москва. Окей. Вот. В смысле? Никола Мане. Я же добавил, точнее, ебаный. Что-то он ничего не понял. Я только что что писал-то? Вот 3000 рублей. Ставка. Вот 0000. Бесплатно. Почему-то это не сохранил. С 8 до 3. Сохранить. Интересно, почему-то он не сохраняет. А, вот они все появились. Блин, он сейчас... Ну, капец. Гений, блин. Ладно, окей. Это, пожалуйста, уберите. Сохранить. Так, адрес я создал. Все, пошло объявление. Ну, здесь названия будут интересны, поэтому я возьму какое-нибудь объявление отсюда. Вот. Крем для гладкой кожи. Вот это вот. Это Deluxe Sapphire. А лучше взять что-нибудь из середины. Это, кстати, все не надо. Вот это возьму. Так. Ставка по умолчанию 0,6.